Здравствуйте! Божьих благословений! Давайте вместе с нами будем славить Бога, петь Ему, хлопать. Хотите, танцуйте, хотите, плачьте, хотите, веселитесь, но так, чтобы Бог почувствовал, что вы Его ждете. Свет явишь мне, тебя буду славить вечно. Смотрю на тебя, и вера возрастает вновь. Цепи падут, ведь имя Иисус прогонит из мрака и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для тебя. Но излей, излей славу свою, наполни жизнь мою тобою. Даже во тьме, свет явишь мне, тебя буду славить вечно. Смотрю на тебя, и вера возрастает вновь. Все цепи падут, ведь имя Иисус прогонит весь враг и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для тебя. О, излей, излей славу свою, наполни жизнь мою тобою, любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою, вознесем тебя, Иисус. Сердце ты зажжёшь. Тебе я пою, и пусть мое сердце не молчит. Сила твоя живая побеждает смерть. О, излей, излей славу свою, наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою. Вознесем тебя, Иисус. Сердце ты зажег огонь. Излей на нас от Духа твоего. Излей, излей славу свою, наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою, излей славу свою, наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою. Вознесем тебя, Иисус. В сердце ты зажег огонь. Вознесем тебя, Иисус. В сердце ты зажег огонь. Воздай ему славу!
вся земля поет, в радости поет. Он светом окружен, и тьма пред ним падет от голоса его, от голоса его. Наш Бог так велик, пой со мной. Наш Бог так велик, пусть видят все. Наш Бог, наш Бог так велик. Он стоит в веках, все дни в его руках. Начало и конец, начало и конец. Воздай громкие аплодисменты Иисусу, Он достоин славы, Он достоин чести, Он достоин поклонения, Он любит тебя, Он спас тебя, Он простил тебя, Он освобождает, Он благ по отношению к тебе, по отношению к каждому из нас, и здесь мы сегодня благодаря Его милости. И я приглашаю вас в дальнейшем, давайте в молитве Его славить. В молитве Ему поклоняться, в молитве говорить, насколько сильно мы Его любим, насколько дорог Он для тебя, насколько Он дорог для нас, для церкви. Будем говорить о том, что невозможно, не представляем жизни без Него. И вся наша жизнь в Нем, вся наша надежда и упование, и вера возложена на Него, на Иисуса.
Ним живем, с Ним двигаемся, идем вперед, не отчаиваемся, не опускаем руки, но ободряемся, вдохновляемся, потому что наш Господь жив. И Он здесь Духом Своим для того, чтобы окрылить тебя, для того, чтобы вдохновить, для того, чтобы наполнить Духом Святым, для того, чтобы дать силу тебе и чтобы ты мог идти дальше радостным и благословенным, потому что Он жив. И Он с нами и на нашей стороне. Отец, мы благословляем Тебя и поклоняемся Тебе. Бог наш, мы благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы славим имя Твое. Ты благ. Ты милостив. Ты щедрый Бог. Ты любящий Бог. И нет подобного Тебе. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты верный. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты неизменчивый. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты всегда рядом. Благодарю Тебя, Иисус, за Твою безграничную любовь. Тебе честь, Тебе слава, Тебе хвала, Иисус. Иисус, мы желаем подражать Тебе, желаем, Иисус, поступать так, как Ты поступал, тогда, когда был на этой земле по примеру Твоему. И я молю и прошу Тебя, Иисус, о том, чтобы Ты дал нам все больше и больше познавать Тебя, все больше и больше утверждаться в Тебе, приближаться к Тебе, искать соединиться с Тобою. Иисус, мы поклоняемся Тебе, Иисус, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. Мы превозносим, мы поем Тебе, мы молимся Тебе, потому что Ты Бог наш, Спаситель, и Ты достоин чести, Ты достоин славы, Ты достоин хвалы, Ты достоин поклонения. Тебя превозносим, Тебя славим, Господь и Бог наш Иисус. Иисус, вначале Ты был Слово, со всевы с Ним был одно, и слава скрытая в творении в Тебе явилась, наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты мой Царь Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, и мир не сравнит его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Что в вечности быть с нами вместе, Ты на землю к нам пришел. Твоя любовь греха сильнее не разделит нас ничто. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, Ты мой Царь. Чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Мы славим Тебя, Господь, Ты чудесный Бог, Иисус. Ты чудесный и превознесенный, Господь, и мы славим Тебя. Ты достоин всей славы, Ты достоин поклонения нашего, Господь. Мы провозглашаем, Господь, победу Твою в нашей жизни. Мы провозглашаем Царство Твое в нашей жизни. Ты достоин всей славы, осанна Тебе. Ты достоин, Господь, чтобы мы поклонялись Тебе в духе и в истине, как настоящие поклонники. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя, Господь! Мы прославляем Тебя! Мы славим имя Твое! Аллилуйя! Вся веса расторглась, не больше власти у греха. Хвала Твоей славе по век не умолкнет, с Твоим воскресеньем. Не сравнивай.
Аплодисменты. Аплодирую Иисусу. Он достоин чести. Он достоин славы. Он наш Господь. Он наш Бог. Он благ и милостив к нам. Я рад приветствовать вас на служении в церкви Филадельфии. И я прошу вас сейчас повернуться к рядом стоящим замечательным людям, братьям, сестрам, знакомым, друзьям. Поприветствуйте, подайте руку, скажите, я рад видеть тебя. Я хочу, чтобы Бог благословил тебя сегодня. И после того, как вы поздороваетесь, поприветствуйте друг друга, благословите друг друга. И я приглашаю вас занять места в зале, присаживайтесь, располагайтесь, служение продолжается. И желаю, чтобы мы вместе с вами поприветствовали наших гостей. Те, кто сегодня впервые в церкви Филадельфии, говорим вам добро пожаловать. Мы рады, что вы с нами. Желаем, чтобы Бог благословил вас. Занимайте места, присаживайтесь. На мониторах мы сможем просмотреть новости церкви. Просим вас, отключите свои мобильные телефоны или включите беззвучный режим. Участвуй в курсе личного развития, который проводится 4 воскресенья подряд, начиная с первого воскресенья каждого месяца. 4 сессии будут проходить каждое воскресенье с 15:00 до 16:30. Вы узнаете, как организована и функционирует Церковь Филадельфия, сможете сформулировать здоровые убеждения, раскрыть свой потенциал и вовлечься в одну из команд мечты нашей Церкви. Участвуйте с нами в благотворительном проекте для социально уязвимых людей «Серва-базар». Если вы хотите пожертвовать одежду для этого проекта, вы можете принести ее до 16 июня на рецепцию церкви с условием, что вещи будут чистыми и пригодными для использования. Вместе мы можем сделать мир лучше. В жизни есть вещи, которые вы не можете сделать в одиночку. Например, играть в футбол, лечить зубы, застревать в пробках, организовывать флешмоб, участвовать в веселых стартах, обедать в компании, играть в игру доверия. Некоторые вещи в жизни просто не работают без участия других. Твое духовное путешествие входит в одно из этих занятий. Гораздо лучше пройти это вместе. Не теряй возможность. Запишись сегодня в группу. Необыкновенная возможность для успеха вашего ребенка. Молдофинский лицей или Молноу помогает каждому ребенку максимально раскрыть свой потенциал в жизни.
Вместе с профессиональной командой преподавателей мы инвестируем в детей, чтобы они раскрыли свой потенциал, развили свою личность и повысили академическую успеваемость благодаря современным и инновационным методам образования. Учебный процесс в детском саду, гимназии, лицее проходит в обстановке, основанной на христианских ценностях. Ваш ребенок заслуживает лучшего. Звоните сейчас 060-200-480, 022-745-434. Информация о нас на Facebook или на сайте ilimulnow.md. Открывается запись в летний детский клуб. Если вашим детям от 7 до 12 лет, вы можете подарить им уникальный опыт. В период с 17 по 21 июня хорошо подготовленная команда лидеров вместе со специальными гостями из Соединенных Штатов Америки предоставит вашему ребенку отличную программу, развлечения, спортивные мероприятия, творчество. И все это вместе с практикой английского языка. Для информации и регистрации звоните 0690-66727. Я Джета. На протяжении многих лет с группой молодых людей из нашей церкви мы ездим в Африку, чтобы помочь детям и нуждающимся людям. Важно, чтобы и в этом году мы были там. Дети скучают и ждут нас каждый год. Провести месяц с ними – это возможность для них развиваться, учиться, играть, радоваться и переживать особенные моменты. Это возможность почувствовать себя любимыми Богом через нас, которые едем туда, и вас, которые поддерживают нас в этом. Одежда и обувь – это что-то редкое для них. По этой причине этим летом мы хотим одеть 100 детей и также накормить голодных. В этом году Мозамбик постигла 2 циклона, которые затопили поля и разрушили тысячи домов. Я знаю, что вы те люди, которые не забывают помогать другим. И потому что любите, я уверена, что этим летом мы сможем разделить свою любовь с людьми из Мозамбика. Двадцать пять лет от основания, 25 лет служения, 25 лет победы. Прошлое воскресенье мы праздновали юбилей Церкви Филадельфия. 2225 человек, 2225 человек участвовали в этом празднике. 128 гостей в первый раз и 72 второй раз. Это чудесно, то, что сделал, то, что делает и будет делать Господь в наших жизнях. Дорогие друзья, уважаемые гости, я приглашаю вас в дальнейшем провести время в молитве. Мы вместе на этом месте собраны и приглашаю вас, во-первых, молиться о наших гостях, которые были на юбилее нашей церкви. Люди, которые пришли к нам в первый, во второй раз, мы будем просить, чтобы Бог благословил наших гостей. Аминь. Мы рады были видеть их, мы служили им, и мы хотим, чтобы эти люди были благословлены Богом. Также мы будем молиться о нуждах людей, будем молиться об исцелении тех, которые имена вы видите на мониторе, будем молиться о вашем исцелении тех, кто нуждается в этом и желает, чтобы мы помолились о вас. Вы сможете выйти сюда наперед для того, чтобы лидеры нашей церкви возложили руки и попросили, благословили вас в молитве, попросили Бога, чтобы Он исцелил вас. Также мы молимся и ожидаем победы в следующей области. Этим летом мы хотим, чтобы наши сестры поехали в Мозамбик и служили там детям.
будем просить, чтобы Бог благословил сбор средств для детей той страны, чтобы часть этих детей были одеты, чтобы часть получили жилье. И хотим, чтобы Бог благословил через нас тех людей. Для того, чтобы они имели деньги? Нет. Для того, чтобы они через эти пожертвования, через это служение смогли увидеть и понять, насколько сильно их любит всемогущий Бог. Аминь. Поэтому будем молиться и об этом. Я приглашаю вас подняться. Подняться, и если вы желаете, чтобы за вас помолились, вы можете выйти сюда наперед. Мы обычно приглашаем всех тех, кто желает и верит, что молитва в единстве может многое. И Бог, видя вашу веру, понимая то, что вам необходимо, зная это, благословит вас и ответит вам на эти нужды. Молимся о наших гостях, молимся о нуждах людей, молимся о миссионерах и просим, чтобы Бог благословил. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе, что можем к Тебе сегодня также обращаться в этой свободе, Господь мой, и просить о том, чтобы Ты благословил. Мы просим, благослови тех людей, которые были у нас в прошлое воскресенье, в первый, во второй раз, Господь. Благослови тех, кто сегодня пришел к нам в гости. Мы просим о благословении для этих людей. Мы желаем, чтобы Ты благословил их и просим об этом, великий Бог. Прошу, Господь мой, Ты видишь их нужды в жизни, видишь их ситуации, Господь мой, и мы также хотим, чтобы эти люди узнали Твою благость и милость по отношению к ним. Также мы в единстве просим об исцелении людей, тех, кто страдают в своем теле, и мы сегодня в единстве просим о том, чтобы Ты благословил и исцелил. Прошу, восстанови брата Нику Громеск, прошу, благослови Елену Писареву, Михаила Цону, Марка Коловицкого, прошу, благослови, Господь, исцели тех, кто сегодня вышел сюда наперед и просит о Твоем исцелении. Прошу, коснись Твоей рукой, Господь. Прошу, исцели и восстанови тела, великий Бог. Мы просим об этом, потому что имеем надежду и веру, что Ты живой, любящий Бог, и Ты сдержишь свое слово, которое Ты сказал, что исцелишь, великий Бог. То Ты уже исцелил. Мы благодарны Тебе за это, великий Господь. Также прошу, благослови наших сестер, девушек, которые поедут в Мозамбик, прошу, благослови эту поездку. Благослови сбор средств для того, чтобы люди, которые там находятся, могли через эту помощь узнать о Твоей любви, о Твоей милости и о Твоей заботе, великий Господь. Благодарим Тебя и славим, великий наш Бог. Превозносим и благословляем Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Займите ваши места в зале и не забудьте сообщить нам, если Бог ответил вам на вашу просьбу, исцелил, восстановил любое действие, которое делает Бог по отношению к нам, людям, является важным для того, чтобы и другие узнали об этом, для того, чтобы мы вместе прославили за это великого нашего Бога. Давайте теперь вместе мы заполним формуляр коммуникации, который каждый из нас получил, когда мы вошли в этот зал. На лицевой стороне, прошу вас, запишите вашу фамилию, имя, отчество. И справа я прошу вас отметьте ту категорию, к которой вы себя относите. Если вы наш гость и сегодня пришли к нам в нашу церковь первый или во второй раз, мы хотим вам, нашим дорогим гостям, выразить наше особое уважение. Мы желаем вам по почте в знак этого уважения выслать наш фирменный подарок. Для этого вы можете оставить необходимые данные чуть ниже, на этой стороне формуляра, чтобы этот подарок смог успешно прийти к вам домой по почте.
Если вы желаете быть в курсе событий нашей церкви, уважаемые гости, вы можете оставить нам ваш телефон, либо ваш электронный адрес, чтобы мы могли сообщать вам о тех событиях, которые предстоят в нашей церкви. Если вы завершили запись в этом формуляре, вы можете его отложить в сторону. После презентации мы вернемся и заполним его обратную часть. А сейчас я хочу пригласить на сцену тех людей, в жизни которых сегодня особый праздник. Я прошу сюда выйти Людмилу и Алену на сцену вместе с братом Виталием, пастырем Андреем. Сегодня у нас водное крещение. И эти люди сегодня публично заявляют о том, что они верят в Иисуса Христа. Давайте мы вместе прославим Бога нашими аплодисментами. Слава Богу! Я прошу вас, сестры, братья, занимайте места, присаживайтесь. Первый кандидат и брат Виталий будет преподавать водное крещение, подготавливается для того, чтобы принять водное крещение. Сегодня на собрании в церкви Филадельфии принимает водное крещение 18 человек. 6 человек, 5 человек на втором служении в церкви Филадельфии. Это наши сестры, это верующие люди, которые были привезены из тюрьмы Руска для того, чтобы принять водное крещение здесь, в церкви Филадельфии. Вы, наверное, слышали в каждый раз в воскресенье перед началом проповеди мы приветствуем тех, кто с нами онлайн, приветствуем тех, кто с нами составные части церкви Филадельфии. И когда говорим о составных частях церкви Филадельфии, говорим о Прункуле, говорим о Руске, говорим о Дородской, так в Руске каждое воскресенье проходит параллельно с служениями, которые здесь, в церкви Филадельфии, там проходят служения, на которых собираются 120 человек и более женщин, которые лишены свободы, но там они могут слышать о Иисусе, там они могут обратить, могут посвящать свои жизни Иисусу, креститься, и сегодня на втором служении 5 из них принимали водное крещение, заключали завет с Господом. Слава Иисусу! Сегодня также наши сестры, так как было объявлено, будут принимать водное крещение. Более того, старшая дочь брата Александра, служителя, диакона церкви, Ольги, вторая дочь, будет принимать водное крещение. Желаем, чтобы Господь благословил их семью. Там мы радуемся вместе с ними. Сейчас на мониторе мы сможем просмотреть свидетельство. Ну, во-первых, я из детдома. Детдом наш был в России, в глухой деревне. И как-то, как ребенок, я тогда еще была далека от Бога. Но как-то вот так получилось, что мы как дети, нам было лет по 8, по 9 так, и смеялись над одним фронтовиком. Он был без ноги. И нам старшие люди сказали: как вы смеетесь, как вы можете так, придет время, что вы понесете наказание. Я говорю: от кого? Сказали: от Бога. Как? А что, разве есть Бог? А что это за личность? Я тогда стала задумываться об этом. И с тех пор вот у меня пошла такая полоса. Я все время старалась делать только хорошие дела. Следила за собой, чтобы у меня ничего не было, никаких казусов. И с тех пор у меня все время в душе вот это было непонятно: Бог, а что это за личность? Но я нигде не могла про это узнать. Вот спустя много лет, но я всегда себя держала в таком тонусе, быть послушной. И вот я пришла сюда, меня привела одна женщина, я уже год сюда хожу. Я здесь нахожу именно то, что я искала. Я вижу, как поют ребята, молодежь. Меня это так вдохновляет, они так искренне все это исполняют. И у меня дух и настроение поднимается, и я готова быть еще выше на одну ступеньку. И молиться я стала чаще, и читаю Библию каждый день, и вникаю во все это. И вижу изменения в своей жизни. Но я думаю, это мой путь до конца жизни. Я своей буду служить нашему Отцу, Сыну, потому что они меня... Слава Иисусу! Сестра Людмила, на основании вашего свидетельства веры мы крестим вас во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого. Аминь.
подготавливается следующий кандидат для принятия водного крещения. На мониторе мы сможем услышать свидетельство. Когда я была маленькой, и мне очень задавался вопрос, почему люди каются, почему они принимают крещение. И мне мама объясняла, почему они принимают крещение, и я тогда поняла. А потом я прошла курс личного развития, и я захотела принять крещение. Я верю, что Бог меня простил мои грехи, я верю, что Он придет и возьмет меня на свои небеса. Алена, на основании твоего свидетельства, на основании твоей веры, мы крестим тебя во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого. Аминь. Слава Иисусу! Благодарим Господа за тех, кто сегодня принял водное крещение. Подготавливаемся для того, чтобы слушать Слово Божье, презентацию. Но перед тем, как мы услышим сегодняшнюю презентацию, вместе с вами мы просмотрим промо-проповеди. Слово способности автоматически наводит нас на мысль о наших ограничениях. Часто мы не допускаем своего максимального потенциала, потому что мы позволяем ограничениям определять наши способности. Пределы, о которых ты думаешь, на самом деле не существуют. Если ты развиваешь свою осознанность, если ты улучшаешь свои навыки и делаешь мудрый выбор, ты можешь достичь своего максимального потенциала. Неограниченный. Твоя жизнь – без ограничений. Так как было представлено, новая серия проповедей, которая будет проповедоваться, будет представлена нам, тем, которые находимся здесь на протяжении 5 воскресений подряд, названа «Неограниченной». Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы поприветствовать тех, кто с нами онлайн, составные части Церкви Филадельфии, Прункул, Русская, Доротская, пожелать им Божьих благословений. И в дальнейшем мы продолжаем говорить на новую серию проповедей. Сегодня я вам представлю эту серию, которую мы будем развивать на протяжении 5 воскресений подряд. В прошлое воскресенье на этом месте мы праздновали праздник. Помните, какой праздник мы праздновали? 25-летие Церкви Филадельфии. Был юбилей, юбилейная дата. Мы пригласили наших друзей, пригласили наших знакомых. Вместе с ними мы могли быть здесь, благодарить Господа и слава Богу за тех людей, которых Господь дал нам, которые были вместе с нами, которые слушали Слово, которые могли быть здесь и радоваться, праздновать вместе с нами в Церкви Филадельфии. Рассматривая серию проповедей «Неограниченный». Мы объявили и мы говорили «Неограниченный». Это значит, что твоя жизнь может быть каким образом? Без границ. Без границ. Прежде всего, хотим поздравить всех тех, кто сегодня принял водное крещение, и радуемся вместе с ними. Поздравляем их родителей, поздравляем их близких, родственников, тех, которые пришли разделить радость, пожелать им Божьих благословений. Да, и они не ограничились. Знаете, есть люди, которые ограничиваются в жизни своей определенными вещами. Они делают шаг и на этом шагу останавливаются или двигаются в жизни только на этом уровне, определенном уровне своей жизни. Они не делают следующий шаг, второй, третий, четвертый. Если люди приходят в церковь, они обращаются к Господу, они уже регулярно посещают служения, им нравится церковь, им нравится посещать служения, но они остановились только на этом. Они ограничились только воскресными служениями. Есть люди, которые посвятили своей жизни Иисусу Христу.
Благодарим Господа за то, что последние 12 месяцев, рассматривая последние 12 месяцев служения в церкви Филадельфии, 988 человек посвятили своей жизни Иисусу. Это большое количество людей, которые приняли решение следовать за Иисусом. И есть люди, которые сделали шаг принятия Иисуса как Спасителя, как Господа в жизнь свою. И остановились только на вере в Иисуса, остановились только на покаянии, на посещении воскресных служений и ограничились этим, не делая следующего шага. И сегодня мы крестили тех, которые рассмотрели свою жизнь без границ, которые пошли дальше. Они сказали, недостаточно приходить в воскресенье на служение, недостаточно просто помолиться молитвой покаяния, необходимо сделать следующий шаг в своей вере, в своем хождении, необходимо разграничиться и последовать примеру Христа. И сегодня они приняли водное крещение. Есть люди, которые принимают водное крещение, они уже здесь вместе с нами и ограничиваются тем. Поэтому мы призываем вас не останавливаться на определенных этапах, на определенных шагах в вашей жизни, но продолжать движение, продолжать развиваться, продолжать жить неограниченным образом жизни, жить без границ. В церкви Филадельфии помимо воскресных служений есть курсы по личному развитию. В каждое воскресенье, параллельно с служением на 3 часа, на первом этаже проходят курсы по личному развитию. Вы можете ограничить свою жизнь посещением воскресных служений и быть здесь в зале вместе со всеми. Но я хотел бы призвать тебя, пригласить тебя к тому, чтобы ты не ограничивался только воскресными служениями и общими служениями, но чтобы ты смог углубиться, смог понять происходящее в церкви, пройти курсы по личному развитию и там разобраться в большем, там рассмотреть большее, что происходит в церкви Филадельфии. Знаете, мы видим верхнюю часть айсберга, но самая большая часть айсберга находится где? Находится под водой, не на поверхности, а под водой. И для того, чтобы понять, как все построено, как все выглядит, узнать о ценностях, принципах, узнать больше о вере, о Господе, о Иисусе, увидеть свои способности, дары, таланты, вовлечься в одну из команд мечты, тебе необходимо пройти курсы по личному развитию. И некоторые, знаете, умудряются и ограничиваются на курсах. Они делают, они прислушиваются к нашему призыву, отмечают формуляры на протяжении недели, звонят, приглашают на курсы, проходят курсы и останавливаются на 4 неделях курсов по личному развитию. Месяц они прошли курсы, что-то поняли, но ограничились курсами. Они не сделали следующего шага в своей вере, в своем служении. Курсы по личному развитию, они связаны с командами мечты. Более 400 человек, около 500 человек на протяжении 12 месяцев служения в церкви Филадельфии служат в различных командах мечты и тем самым являются счастливыми людьми, тем самым являются радостными людьми, тем самым являются полезными. Послушайте, некоторые из людей думают, ну, тем, которые в руководстве церкви, руководителям церкви, пастырям, нужно наше служение. Богу нужно наше служение. Как вы думаете, Бог без нас может? Но Он не хочет без нас, Он хочет с нами. Он хочет, чтобы и мы разделили Его служение. Он мог справиться легко, Он бы мог справиться без нашего участия. Бог, которому мы служим, которого мы познали, является всемогущим Богом, является сильным Богом, славным Богом. И Иисус мог в один день обратить к Отцу и к вере все человечество, весь земной шар, всех людей. Тогда, когда в Гефсиманском саду Иисуса схватили, Петр взял нож, отсек ухо рабу первосвященникова, и Иисус говорит, вложи свой нож в ножи. Ты думаешь, я не способен таким образом решить эту проблему? Я могу упросить Отца, и Отец пошлет легион ангелов, придут ангелы, и все будет разрешено. Бог мог обратить к вере. Бог мог изменить этот мир самостоятельно, без нашего участия, но Бог избрал вовлечь тебя и меня. Для чего? Потому что это наша необходимость. Необходимость быть полезным, необходимость отдавать, необходимость развиваться,
И курсы по личному развитию помогают тебе увидеть тот потенциал, увидеть те таланты, те дары, разграничить себя в том, чтобы начать служить, начать быть полезным и тем самым радоваться, радоваться дважды. Тогда, когда ты служишь, совершенно иное происходит в твоей жизни. Но люди, которые только посещают и ограничились посещением, они приходят на служение, и они говорят, ну, та церковь, те, которые находятся по Кали Ешлор 59, они напротив озера, которое находится, и они говорят о тех, говорят о них, говорят о конкретном адресе, не причисляя себя к церкви, не причисляя себя к обществу. Но люди, которые служат в одной из команд, люди, которые встречают, принимают, которые вовлечены в служение, они не говорят «они», они не говорят «те», они говорят «моя церковь». Они говорят «это мои люди, это мое общество, я являюсь частью этого общества». Почему? Потому что они вложили время, они вложили способности, они жертвовали собой для того, чтобы быть полезными окружающим людям, тем самым испытывают счастье, тем самым испытывают радость. Во-вторых, почему необходимо служить в одной из команд мечты? Тогда, когда мы служим, тогда, когда мы что-то делаем, это приносит в нашу жизнь развитие и рост. Скажите, кому нужно развитие? Нам, мне, тебе, каждому из нас нужно развитие. Поэтому, рассматривая серию проповедей неограниченной, рассматривая жизнь, которая может быть без границ, в постоянном процессе развития. Знаете, что конкретно ограничивает каждого из вас? Это ваша исходная способность. Эксперты психологии, они говорят следующее, представляют две модели, которыми руководствуются люди в жизни своей. И эти две модели являются следующими. Первая модель – это фиксированный образ мышления. Только так, как я принял, только так и столько равно, сколько я понимаю, и насколько я могу делаю, и на этом уровне я живу, ничего не развивая, ничего не меняя, ничего не делая больше. Мне удобно, мне комфортно, это к чему я пришел, и тем самым ихнее мышление является фиксированным. Есть второй образ мышления, развивающийся образ мышления. Нет необходимости показывать, что вы достаточно компетентны. Каждый из людей, находящийся на этом месте, является одаренным человеком. Послушайте, бездарных людей нет. Ленивые люди есть. Есть люди, которые ограничены, ограничивают себя. Бездарных людей нет. Все мы одарены Богом. Кому-то дано больше, кому-то дано меньше, но каждый из нас имеет способности от Бога. Каждый из нас имеет дары, данные Богом, врожденные в процессе развития, образования. У каждого из нас есть способности и дары. И Бог хочет, чтобы ты жил на максимум. Бог хочет, чтобы ты разграничился, чтобы ты вышел из той коробочки, чтобы твое мышление было развивающимся мышлением. Не фиксированным образом мышления, но развивающимся образом мышления. Жизнь представляется нам, мне. Порой мне жизнь представляется велосипедом с множеством переключений скоростей. Многие из нас понимают, что и велосипеды, которые сегодня нам доступны, у них больше скоростей. 5, 3, 6, в зависимости от стоимости, от модели велосипеда. И в свое время, тогда, когда я ехал на велосипеде, где можно было переключать больше скоростей, я избирал одну или несколько скоростей, которая мне больше всего подходила, а больше я и не трогал, и не переключал ни на первую скорость, ни на шестую, а где-то держался одной из средней скорости и на этом постоянстве двигался. Порой наша жизнь выглядит таким образом. Наша жизнь выглядит, и можно сравнить с велосипедом, у каждого из нас есть скорости, множество различных скоростей. Но мы предпочитаем двигаться на конкретной, на определенной скорости. И есть скорости, которыми мы не пользуемся. И никогда не будем использовать или не используем в нашей жизни. В дальнейшем я хотел бы прочесть место из Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам, слова апостола Павла, где Павел говорит следующее. В 1 главе, 18 стихом, в первой части этого стиха Павел говорит следующее. «Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели,
что предоставляет собой та надежда, которую Он призвал. То есть Бог что-то сделал, Бог чему-то подвел, привел тебя, ты что-то понимаешь, и ты можешь ограничиться этим, оставаться в своей коробочке, в этом понимании и ничего больше не предпринимать для того, чтобы углубиться, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы познавать. И Павел говорит, я молюсь Богу, чтобы Бог разграничил, чтобы Бог открыл для вас нечто большее, чтобы Бог вывел вас на следующий уровень вашей жизни. Читаем дальше. Чтобы вы смогли познать, понять, сколько велико богатство славы, которое получает в наследство святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих по действиям Его, каким образом? Безграничной силы. Вся проблема в том, что мы ограничиваемся. Мы фиксируемся в каких-то вещах и останавливаемся. Наш потенциал, и о потенциале каждого из нас я не буду говорить, он очень велик. Павел продолжает. Этой же силой, то есть силой Божией, Бог произвел действия и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. Во-первых, то, что должно произойти, это осознание. Те, которые ответили на призыв, те, которые избрали Христа, те, которые приняли следовать за Иисусом, осознай, что Бог ожидает от тебя большего, и во Христе ты можешь стремиться к большему. Во-вторых, те, которые не ответили на призыв, не ограничивай себя тем пониманием и теми убеждениями, которые у тебя есть на данный момент. Рассмотри Христа, рассмотри веру в Бога. Сделай следующий шаг в своей жизни навстречу к Богу. Мы говорим и следующее, и как в прошлый раз было сказано, даже если это для кого-то не звучит теологически правильно, но мы говорим следующим образом, подарите нам один год из вашей жизни, вы увидите, как ваша жизнь изменится. Ваша жизнь не останется прежней. Если вы будете активным образом вовлекаться в воскресные служения, посещать группу ученичества, пройдете курсы по личному развитию, будете в одной из команд мечты, вместе с нами вовлечетесь в служение совершаемое, вы увидите, как ваша жизнь начнет преображаться. Вы не будете теми людьми, которые были в прошлом году раньше. Поэтому развивайте прежде всего, что необходимо делать? Развивать свои способности. Развивайте свои способности, которые даны тебе Богом. Во-вторых, необходимо принимать решения какие? Мудрые решения. Так, и наша жизнь в основном состоит из решений. Мы постоянно думаем, принимаем решения. Практически каждую минуту, каждый час мы принимаем решения, большие, малые решения, жизненно важные решения, радикальные решения. Мы принимаем решения в нашей жизни. Очень важно задаваться вопросом, что является мудрым в этой ситуации, какое решение является мудрым. Принимая решение, не просто принимать решение, анализировать, рассматривая свою жизнь, задаваясь вопросом, что является мудрым, наилучшим для моей жизни, что является наилучшим для меня, что говорит об этом Бог, что говорит об этом Слово Божье. На протяжении 4 воскресений мы будем говорить о следующем церкви Филадельфии. В следующее воскресенье мы будем говорить о том, что необходимо развивать внутренние способности. Развивайте ваши личные внутренние способности, а именно разум, эмоции и энергию. Как это делать? Об этом мы будем говорить в следующее воскресенье. Третье воскресенье мы будем говорить о развитии тех навыков межличностного общения. Все мы нуждаемся в здравых взаимоотношениях. И мы будем говорить о том, о развитии тех межличностных отношений, отношения руководства, рассматривая продуктивность нашу в том, в чем мы находимся и то, чем мы занимаемся. В четвертое воскресенье мы будем говорить, будьте ответственными людьми. Возьми ответственность за свою жизнь, рассматривая ценности, рассматривая будущее и рассматривая нашу веру. И в заключительное воскресенье мы будем говорить, будь источником чего? Изменений. И Христос что-то сказал нам об этом. Он сказал о том, что мы являемся кем? Являемся солью, являемся светом, являемся людьми, которые должны являть разницу. Как лампочки, да, много лампочек.
много людей в обществе, но когда появляются люди, которые верят в Христа, когда появляются люди, которые руководствуются ценностями, божественными ценностями, что-то происходит, они начинают светить, они начинают менять, они начинают влиять, они начинают преображать общество, способствуют тому, чтобы люди познали Христа. Поэтому мы будем говорить, что необходимо сделать выбор в пользу того, то есть Христа, и будем приносить эти изменения в отношения, рассматривая смысл, рассматривая те риски. Об этом мы будем говорить в пятое воскресенье. Сейчас я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы взяли формуляр и вместе со мной давайте мы заполним обратную часть формуляра. Самое важное решение, которое ты можешь принять сегодня. Самое важное решение – это посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Я приглашаю тебя сегодня к тому, чтобы ты посвятил свою жизнь Иисусу Христу и принял водное крещение. Не ограничивайся. Некоторые говорят, я атеист. Это твои рамки, это твой предел, это твое понимание. Углубись немножко, разграничься, оставь эти предрассудки. И даже те, которые раньше учили и заявляли, они далеко, послушайте, не являются теми, о ком говорили. И тот, кто заявил и как-то выдвинул эту теорию, сам Дарвин в результате сказал, это всего лишь теория, я верю в Бога, есть Бог, я знаю, что есть Творец. А люди, знаете, которые ограничились, подхватили эту идею и заявляют до сих пор о том, что они атеисты. Послушайте, оставьте, это глупости, есть Бог. Я не думаю, что кто-то из вас согласен с тем, что он произошел от обезьяны. Если вы с этим согласны, я нет. Мы произошли от Бога. Нашим отцом является Бог, является Отец Небесный. Поэтому избери служить Иисусу, избери служить Богу, избери следовать за Ним. Прими Христа. Если ты принял Христа, если ты веришь в Иисуса, не ограничивайся только этим решением. Прими водное крещение. По примеру тех, кто сегодня крестился. На всех на служениях, которые были до четвертого служения. Поэтому, как и те, которые крестились, сделай следующий шаг. Прими водное крещение. Следующее решение. Осознай свой безграничный потенциал, который вложил в тебя Бог. Осознай, у тебя есть безграничный потенциал. Третье решение. Сегодня дана последняя возможность. Мы объявляем начало нового сезона групп ученичества. Ты можешь ограничиться только воскресными служениями. Или же переступить предел этого ограничения и записаться. Быть частью одной из групп ученичества, посещать группу ученичества и радоваться тем здравым взаимоотношениям и многому тому, о чем было сказано ранее. Поэтому избери быть в одной из групп ученичества. Если ты не записался, ты можешь отметить в формуляре, мы предложим тебе одну из групп. А также в холле на первом этаже сегодня дана последняя возможность в качестве исключения. Сегодня ты можешь записаться в одну из групп ученичества. Запишись. Прими следующее решение, прийти на следующее четвертое собрание или на следующее воскресенье прийти на служение, быть здесь вместе с нами. Формуляр состоит из конвертов, которые ты можешь принести свою десятину, добровольное пожертвование, можешь пожертвовать для миссионерского служения, можешь пожертвовать для образования бедного ребенка, можешь пожертвовать для обеда нуждающимся людям. Ты избери, на что жертвовать. Ты не обязан ничего вложить в этот конверт, это не плата за служение, ты ничего не должен, но если вместе с нами, ты понимаешь, хочешь выйти за предел, за те границы, за те рамки, и пожертвовать сегодня для того, чтобы имя Божие было прославляемо и в устах других людей, и другие люди, которые находятся в нужде, чтобы и им была оказана помощь. Возьми свое пожертвование, возьми свой дар, опусти в этот конверт, и Бог да благословит тебя за твою жертвенность. В верхней части формуляра ты можешь записать свои вопросы, предложения, молитвенные нужды. Если у тебя есть вопросы, связанные с служением, личного характера, ты можешь их записать, мы сможем связаться с тобою. Также в нижней части формуляра, если ты хочешь быть в одной из команд мечты, отметь в формуляре. Если ты хочешь пройти курсы, отметь, мы напомним тебе, расскажем тебе больше о курсах. Если ты приходишь в церковь Филадельфию из другой евангельской церкви и хочешь стать членом церкви Филадельфии, частью церкви, отметь, мы скажем, что тебе необходимо сделать для этого.
И если хочешь поговорить с кем-то из руководителей, у тебя есть вопросы, что-то нужно обсудить, и это невозможно сделать в воскресенье, во время служения или после, потому что недостаточно времени, много людей, и ты хочешь встретиться с кем-то из служителей, поговорить, отметь, если это будет возможно, по телефону разрешим или же встретимся с тобой. Если ты заполнил формуляр, я приглашаю тебя сейчас. Давайте мы поднимемся в молитве и попросим, чтобы Бог благословил наши решения, чтобы Бог благословил наши пожертвования, чтобы Бог употребил наши финансы для славы своей. Отец Небесный, мы благословляем Тебя. Господь, мы благодарим Тебя. Бог наш, мы превозносим Тебя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Иисус, мы признательны Тебе. Ты благ и милостив по отношению к нам. Иисус, да будет имя Твое возвеличено. Иисус, да будет имя Твое прославлено. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. Бог, я молю и прошу Тебя, благослови тех, кто сегодня принимал решение, тех, кто сегодня, Господь, посвятил своей жизни Тебе, тех, кто принял решение принять водное крещение, тех, кто сегодня принял решение пройти курсы по личному развитию или быть в одной из команд мечты, быть в одной из групп ученичества. Господь, благослови каждого и дай, Господь Иисус, каждому из нас продолжить развитие, принимать мудрые решения, задаваться вопросом, что является наимудрым, наилучшим для нас, для жизни нашей. Отец, я молю и прошу Тебя о том, чтобы Твое имя было прославляемо в нас. Тебе слава, Тебе честь, великий Бог. Аминь. Берем формуляр и ручки, которые получили, опускаем специальные бедра для сбора. Даже во тьме свет явишь мне, Тебя буду славить вечно. Смотрю на Тебя, и вера возрастает вновь. Цепи падут пред Тебя, Иисус, прогонит без брак и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для Тебя. Но если славу свою наполни жизнь мою тобою, к любви твоей без конца. Приходи мы с хвалою. Даже во тьме свет явишь мне, Тебя буду славить вечно. Смотрю на Тебя, и вера возрастает, но все цепи падут, ведь имя Иисус прогонит весь мрак и будет свет. Моя душа воскресла из пепла для Тебя. О, излей славу свою, наполни жизнь твою тобою, к любви твоей без конца. Приходим мы с хвалою, вознесем Тебя, Иисус. В сердце Ты зажжет Царь Иисус, Тебе я пою, и пусть мое сердце не молчит. Сила Твоя живая побеждает смерть. Излей славу Твою, наполни жизнь мою Тобою, к любви Твоей без конца. Приходим мы с хвалою, вознесем Тебя, Иисус, в сердце.
хотел бы пригласить сейчас сюда на сцену для вручения свидетельства о крещении. Алена, пожалуйста, Алена Пензарь, пожалуйста, пройди для того, чтобы предоставить тебе свидетельство о твоем водном крещении. На основании публичного исповедания личной веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, получившего водное крещение по заповеди Нового Завета, Церковь Филадельфия, Кишинев, пастор-координатор Дорук Кордей. Алена, я поздравляю тебя, вручаю тебе сертификат, пусть Господь благословит тебя, а также прими подарок, книгу, которая поспособствует тому, твоему духовному развитию. Также я приглашаю сейчас сюда на сцену Людмилу. Сестра Людмила, Алена, оставайся на сцене. Сестра Людмила, пройдите, пожалуйста. Вручаю вам свидетельство, подтверждающее о вашем крещении, и вручаю вам небольшой подарок от церкви, книгу, которая поможет вам в развитии, в вашем духовном развитии. Мы рады за вас, желаем, чтобы Господь благословил вас и на протяжении вашей жизни, всей жизни служили Иисусу, любили Иисуса, держались Иисуса. Будьте благословенны. На этом сегодняшнее служение завершилось. Кто желает поздравить, вы можете подойти, вы можете поздравить, обнять, подать руку, благословить. Пусть Бог благословит вас. Мы были рады видеть вас и с нетерпением ожидаем вас следующее воскресенье на этом месте. Будьте благословенны.